14 по 16 июня в Алушкинском дельфинарии «Немо» на благотворительной основе для детей из Артека были проведены представления, приуроченные к 89-летию Международного детского центра. За отведенный период в рамках социального проекта дельфинарий посетили более 1000 человек из разных уголков Российской Федерации – Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ставрополя, Евпатории и многих других городов. С некоторыми ребятами нам удалось пообщаться. Они, в своем мнении, единодушны. Крым великолепен, а Артек – лучшее место на Земле. Для вас интересного готовит Артек? Ну, всякие праздники. У нас вот вчера был гала-концерт, мы заняли первое место. Ну, конечно, без гран-при, но все же. Расскажи о своих впечатлениях. Как тебе отдыхается в Артеке? Как тебе вообще в Крыму? Ну, в Крыму все супер. Ну, погодка, правда, у вас тут такая шаловливая, а так все вообще круто. Да, в Артеке тоже очень классно. А чем тебе нравится в Артеке? Много друзей, много эмоций. Много вообще всего вот этого адреналина, драйва, улыбок, веселья, все круто. Мне очень нравится в Артеке, ну потому что я первый раз, и я много новых друзей завел. Что тебе нравится в Крыму? Ну, я здесь не один раз уже отдыхаю, ну много уже раз. Мне здесь все нравится, все города. Еще в Артек вернешься? Да. Здесь очень весело, а когда я первый раз приехала, я удивилась, что такой большой лагерь, янтарный. Чем тебе нравится Артек? Ну, здесь весело, много друзей, каждый день праздник, всякие сюрпризы. Как тебе в Артеке? Отлично, просто супер. Я в лагере первый раз и очень довольна. Артек – это самое лучшее место. А может, нам подробнее расскажешь, что в течение дня для тебя готовит Артек, для вашего отряда? Ну, мы репетируем песни, выступаем на концертах, веселимся, танцуем очень весело. Ездим, вот в дельфинарий приехали на день рождения Артека. Я здесь вот первый раз, мне очень нравится, надеюсь вернуться сюда еще раз. Что интересного в лагере проходит, может быть, что наиболее запоминаемо для тебя? Праздники разные вечером происходят. Интересно, в общем. Волны большие, море теплое. Еще вернешься? Да. Прекрасные впечатления. Лагерь очень позитивный. У меня появилось много друзей. Мы купались в море, мы купались в бассейне. Очень хороший лагерь. Привет, смотрите, сегодня я пришла в косичках красных, потому что я сегодня выступала. У нас сегодня день рождения Артека. И я сегодня была ведущей. Вот, и поэтому сегодня я проводила этот праздник. А вчера у нас были праздники, допустим, как «А ну-ка, пары», там, например, да, вот. И вот эти каждый день праздники, они очень радостные. Всякие массовки, которые были не запланированы. Все очень интересно. Пользуясь случаем, руководство Алушкинского дельфинария «Немо» в лице исполнительного директора Любови Константиновой поздравляет Артек с днем рождения. От дельфинария «Немо» мы всех поздравляем с этим большим для них праздником, который имеет для них огромное значение, так как это практически круглая дата их празднования дня рождения. В ходе представления перед артековцами выступили звезды дельфинария, 2 морских котика и 4 черноморских дельфина Афалина, опытные Ева и Ветерок и 4-летние малыши Люк и Николя. Трюки в их исполнении, песни и танцы привели в настоящий восторг юных зрителей. Артисты дельфинария «Немо» произвели фурор, превратив празднование дня рождения лагеря в незабываемое зрелище. С днем рождения, Артек! С праздником, артековцы!